начинаем, губа чуть верхняя приподнимается, чтобы ноздри сильнее раскрылись. И пойдет такое, выдох, а вдох за счет расслабления, словно брызгалку, сжимаете, обрызгивает вот здесь. Ну что, поехали, 30 раз. Плечи, вдох, выдох вниз. Два вращения. Вдох, вдох и. Вдох, вдох и. Вдох, вдох, не дышим, отталкиваемся от выступов костей таза, межброви вверх, да, вдох, да, вдох, да, вдох. Груди наверх, подбородок, горло, глаза к межбровью, простукивание, растирание, три удара, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, выдох, руки назад. Большие пальцы. Вдох. Указательные пальцы давят под промежный сиональный сфинкт. Большие пальцы в сторону копчика. Да, вдох. Да, вдох. Небо обрушивается в грудь. Да, вдох. Да, вдох. Не дышим. Доводим локти назад. Не дышим. Голову не запрокидываем. В грудь все небо принимаем. Выдох. Запястье к почкам. Давим. Ну, раскрываем грудь. Да, вдох, да, вдох, давим в почки, да, вдох, да, вдох, не дышим, поджимаем себя снизу, принимаем небо в грудь, как в чашу, выдох, мизинцы на позвоночник, ладошки вместе, либо на высоте проекции пупка, либо повыше. Вдох, задержка. Грудь, в грудной отдел позвоночника принимаем небо как чашу. В чашу груди льется благодать небес. Да и задержка после вдоха, напряжение снизу. Выдох, локти. Оп. И собираем все пространство перед собой. Тыльные стороны кисти. Оп. Вперед. К себе. Вдох. Уплотняющий выдох. Солнечное сплетение. Выравнивающий к подбородку. Огромная улыбка, словно летучий корабль. Небо. Потянулись, собрали небо. Руки проходят перед собой, а мысленно сквозь все тело вниз. Уплотняем ощущения вниз. Ну, еще раз. Руки. Раз. Отталкиваемся от таза. Вдох. 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 Подбородок, голову. Горло, грудина вверх, не дышим, да, вдох, да, вдох, простукиваем. Растираем. Три удара. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Выдох. Руки назад. Локти назад, вдох. Небо принимаем в грудь. Давим себя снизу, поджимаем промежный сиональный сфинкт. Собираем благодать небес в грудной отдел позвоночника. Сквозь грудину. Выдох. Вперед. Руки. Запястья в область почек. Локти назад. Да, вдох. Да, вдох. Да, вдох. Да, вдох. Глубже прогиб. Да, вдох. Не дышим. Поджали себя снизу. Дораскрыли запястья, не грудь. Выдох. Мизинцы. Руки. Ведем вверх. Вверх. Уж носок получается, все ваше. Локти назад, грудина вперед. Вдох, вдох, вдох.
макушка в сторону локтей, да, вдох, да, вдох. Поджимаем промежность, анальный сфинкс, да, вдох. В грудь, как в чашу благодать небес, собираем. Выдох. Запястья, локти вперед. Чувствуем линию межброви промежности. Сдавливаем, сдавливаем, сдавливаем. Да, выдох, да, выдох, да, выдох. Вдох. К солнечному сплетению плечи вперед. К макушке. Раз. Оп, и локти назад. Вниз. Выдох. Себе. Вверх. Собрали все небо. Собрали, собрали, собрали. Начинаем уплотнять. Вниз. Идем. 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 Бедра. Глаза закрыли. Чувствуем в сознании тонкие изменения. Ощущаем тело. Только чтением успеха не достичь. И вырядившись в одежды, которые носят йогины, и всяческие священные фенечки на себя навесит, ничего не добьешься. Пустое это, досужие разговоры о единстве, о знании, о силе, о прочих высоких материях, асаны и особые способы дыхания и прочие техники. Такова хатха-йога, которая практикуется до тех пор, пока не явится результат. Энергетический кокон проработаем. Через стороны вверх вдох. Тыльные стороны кистей, белоснежный лотос над головой. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И еще раз вдох. И еще раз выдох. Ладошки вместе из глубины земли тянем. Красное золото в себя, в небо, и фонтаном распределяем по сторонам. Лава, магма и жерла. Вдох, вдох, выдох. И еще раз. Вдох, вдох, выдох. И еще раз. Вдох, вдох, выдох. Через стороны. Обнимаем небо, холодную глубину неба в себя, как ушат ледяной воды. Вниз, выдох. Вдох. Ушат ледяной воды. Выдох. Вдох. Вспоминаем, как это окатить себя ледяной водой. Выдох. Объединяем. Через стороны вверх. Вдох. Вниз, выдох. Расплавленная лава. Вдох, да, вдох. Выдох. Ледяная вода. Вдох и вниз, выдох. Белоснежный лотос над головой. Тыльные стороны кисти. Выдох. Бурлящая лава из глубины. Вверх. Выдох. Ледяная колодезная вода. Вдох. Выдох. Лотос. Тыльные стороны кистей. Выдох. Лава. Выдох. Вода. Ледяная вода. Выдох. Руки вниз, глаза закрыли. Почувствовали себя здесь, в себе. Это стихия воздуха. Вниз. И стихии земли вверх, стихию неба, стихию огня, огонь, воздух. Обратное движение. Вверх, через стороны. Тонкую сущность земли захватили, появились с напряжением во внутренний огонь.
провернули, уплотнили, оставили вот здесь. Вместе со мной руки вниз и воздух чувствует. Землю ощущаем. Захватываем землю, провносим ее вверх в воздух. Ощущаем небо, собираем небо, уплотняем небо. Ощущаем внутри себя огонь в области солнечного сплетения. Огонь становится тонким воздухом, внутренним воздухом. Воздух идет вверх, в небо. Тянемся в небо. Через стороны вниз. В жерло вулкана, в бурлящую лаву. В себе. В глубину живота корни запустили. Прокрутили, уплотнили. В подбородок. Мягко вниз. Воздух. Налево, задержка после вдоха, жесткое проступление спирали расширяется, расширяется, сужается, расширяется, да, вдох, да, вдох, да, вдох, сильное напряжение, сужается, да, вдох, да, вдох, да, вдох, да, вдох, сужается, растираем слева направо, выдох, 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 все пальчики, большой палец, запечатывание, да, выдох. Проворот. Запечатывание. Да, выдох. Кадык. Запечатывание. Да, выдох. Пошло движение. Вдох. 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 Пальцы провели. Без выдоха. Расширяем. Да, вдох. Сужаем. Да, вдох. Расширяем. Да, вдох. Сужаем. Да, вдох. Расширяем. Да, вдох. Сужаем, да, вдох. Промежность анальной силы. Глаза к межбровью. Выдох. 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 Запечатываем. 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 Вдох. 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 Задержка на вдох. Подтянуто все снизу, все сверху. Из груди за счет вот этого сжатия мягко в голову и сюда. Потом подбородок освобождается, мягкий. Руки приготовили, колени, таз чуть назад. Делаем выдох через рот. Не дышим, поднимаемся. Да, выдох, груди наверх, подбородок ниже живота подтянули. Счет до 11. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. И 7, и 8, и 9, и 10, и 11. Да, выдох, вдох. Груди наверх, подбородок ключицам, глаза к межбровью. Поджимаемся снизу. Давление в грудь. За счет языка, который давит в небо и глаз над макушкой. И счет. И раз, и два, и три, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. И 10, и 11. Выдох. Втянули живот. Поднимаемся. Грудина верхней живота потянуться. Да, выдох. Вдох. Задержка. Грудина вверх. Подбородок ключицам, глаза к межбровью. Промежность анальной свинки начинает поджиматься. Поджали, отпустили. Поджали, отпустили. Поджали, отпустили. Поджали, отпустили. Поджали, 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 поджали. Освободили подбородок. Выдох. Глаза на кончик носа. Чувствуем промежность анальной свинки себе в сторону. Направо откроить, налево откроить. На себя, вниз. Вверх, вверх.
вверх, указательные пальцы снизу вверх. Указательные пальцы вверх по выше. Через стороны. Вниз. Вверх. Из-за головы. Потянуться на линию переносицы. Вниз. Вверх. Мягко. 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 Пробуем. Руки. Растопырили. Растопырили. Межпальцевое пространство забрали, надавили. Это наша связь с нашими земноводными предками. Это ключ на выход в Сватхистану, в половой центр. Символ Сватхистана – ящер земноводный. На нем ездит Варуна, бог океана. И раз, напряги, вдох, и выдох вперед. Оп, две половинки, вдох. Локти пытаемся свести, сильное напряжение. Расталкиваем стены. Выдох из напряжения. Посмотрели направо, указательный палец вверх. Налево, указательный палец вверх. Из неба в пальцы бьют молнии. Делаем вдох. Молнии в землю. Выдох. Убираем напряжение мягко. Оп. Замок. Оп. Вверх. Из-за головы. Указательные пальцы. Замкнули межпальцевые перепоночки. Взглядом подпираем область пульса. Чувствуем промежность. Вспоминаем, как из воды в цирке выпрыгивают дельфины. Также мы из промежности выпрыгиваем в руки тоненькой сверкающей рыбкой. И приподнимаемся над пальцами рук. Указательные пальцы вместе, а ладошки подпирают небо. Пальцы плотно собраны. Вверх. Указательные пальцы расходятся и словно чаши, словно диски. Оп. Сверх. Вниз. Вверх. Из-за головы. Указательные пальцы. Снизу вверх. Вдох. 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 Напряжение. Да, вдох. Пальцы рук. Да, вдох. Носки. Да, вдох. Пятки. Да, вдох. И струна вверх. И рыба взмывает вверх над пальцами. Хватаем ее за хвостик и начинаем тянуть вниз. Выдох. На линию переносицы. Оп. Вниз. Уплотняем, уплотняем, нагнетаем в грудь, нагнетаем в солнечное сплетение. Просто руки мягко, оп, мягко, оп, мягко. Глаза прикройте, почувствуйте себя. Втянуть, выплеснуть 11 раз, без до вдохов. До выдох, вдох. Без выдохов. Подтянуть, напрячь. Мягкий выдох. Вдох. Выдох. Не дышим, поднимаемся, живот тянут, подбородок в горло. До выдох, вдох. Вверх, 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 вверх. До вдох, до вдох, до вдох, до вдох. Не дышим, без выдоха. Подбородок к горлу. Груди наверх, глаза к межбровью. И еще один до вдох. И еще до вдох. И сильное напряжение. Поджимаем промежность, анальный сфинкт. Приподнимаемся над макушкой, оглядываем всех вокруг. Подбородок вперед, мягкий выдох. Взгляд на кончик носа. Мягкий вдох. Мягкий выдох. Руки лодочкой напротив сердцевинки груди. Представляем, что все окружающее как огромный любопытный глаз смотрит нам в сердце и видит в глубине нашего сердца ровный полыхающий свет. Золотистый цветок, алые лепестки. Потом начинают плечи работать. Вдох,
Потом два раза. Вдох, вдох, выдох. Потом задержка. Все снизу сжимают, сзади сжимают, сквозь все тело поднимают бурлящий поток вверх. Подбородок теперь направляют вниз, глаза закатывают вверх, кончик языка мысленно поднимается вот здесь вот. Без выдоха. Взгляд на кончик носа. Выдох. И вот кончика носа чувствуют. Мальчик головку пениса, женщина область клитора. И из нее в копчик. 30 раз вот такого. 10 раз вот такого животом. 15 раз вот такого. 15 раз вот такого. Один раз вот такого. Руки приготовили. Представили себя в далеком-далеком детстве, как вы брызгались. И представьте, что ваша голова начинает сверкать, словно на голову надета панама из фольги. Такое ощущение. Панама с длинными полями, сомбреро сверкающее алмазным светом. И живот. Плечи. Два раза. Задержка. Межбровье вверх. Поджимаем промежность, анальный сфинктер. Да, вдох, да, вдох, да, вдох. Подбородок в горло, грудина вверх, глаза к межбровью. Вылазим по пояс из головы. Наклоняемся вниз, смотрим, заглядываем себе в лицо. Улыбаемся напряжению на лице. Смотрим на свой живот, грудь, промежность, носки. Высунувшись по пояс из головы. Оглядываемся по сторонам, высунувшись по пояс. На выдохе прячемся обратно, смотрим на кончик носа. Чувствуем кончик носа, чувствуем женщины клитор, мальчики, самую головку пениса. От головки пениса либо клитора прячемся в область анального сфинктера и копчика. Из копчика в глубину позвоночного столба до макушки. Ну что, левая рука выходит направо и вдох, 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 плечу вдох, два пальца и пробиваем направо. Да, вдох, сужаем, расширяем, да, вдох, сужаем, расширяем, да, вдох, налево растираем, выдох, 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 выдох. Все пальчики большой, запечатали. Провернули, наложили, запечатали. Повели, прижали к кадыку, запечатали. Вдох. Лево, право. Вот такое положение. Руки к себе. Чувствуем ноздри. Левая рука накладывается вот сюда. Пальцы до расходы. Чтобы энергия не уходила. Вдох через обе ноздри. Замкнули левую, выдох через правую, доводим струю до локтя. Вдох через обе. Замыкаем правую, выдох через левую, до груди и живота доводим. Вдох через обе. Замыкаем левую, выдыхаем через правую. Долгая струя, словно луч. Вдох посерединке. Долгий выдох через левую до груди и живота. Самостоятельно. Неважно, какой областью дышите, главное, чтобы была
гудящий выдох через правую. Правая плотно, не похлопывает, просто сзади. Громче. Вдох через левую на 50%. Да, вдох через правую. Грудиной вверх, подбородок в горло. Прохлёстывание правой рукой сзади. Словно хвост у животного. У возбужденного животного. У сильного, храброго зверя. Красивого и грациозного. И тянем в межбровье. Делаем свою интуитивную природу осознанной, духовной. И выдох через левую, громкий, долгий. Вдох через правую, 50% объема. Да, вдох через левую. Подбородок, грудь, межбровье, прохлёстывание сзади. Поджимаем промежность анальной сим, все в межбровье, все в бирюзовый проем между глаз. Долгий гудящий выдох через правую, правая как кресло сзади. И через левую вдох 50%. Да, вдох через правую. Задержка, прохлёстывание. А глаза вверх, кончик языка вверх. И долгий, низкий, гудящий звук. Показатель правильности выполнения — звук М с плотно сомкнутыми губами. Вот здесь вот улей с пчелами, с электрическими пчелами. И они мохнатыми головками тычутся, а жальцами слегка покалывают все тело. Должно здесь отдаваться. В ступнях, в подмышках, в паховых связках, в локтях. Пробуем пальцы. Расправили себя, вдох. Долгое-долгое М, пальцы в уши. Италии, великой богини. Большие пальцы замыкают уши, указательные глаза, средние ноздри, локти идут чуть вниз, губы. Это все делается на задержке на вдохе. На выдохе. Средние пальцы идут к кончику носа и долгий мычащий выдох. Еще громче должно быть гудение, чем в первый раз. Попробуем. Большие пальцы в уши, указательные в глаза, средние перед ноздрями, мизинцы, безымянные губы. Вдох. Задержка после вдоха себя запечатывает. Выдох самостоятельный через гудение. А после еще 3 раза. Остальных не ждем, сами. Кто сделал, руки опустите, у кого еще задержка, либо мычание, делаем, продолжаем. Грудь, ладони, почки. Кто сможет сделать вот так, а кто сможет, делает еще. Плечи. Перекачивай на плечи. Носках. Воды. И с этого положения уже на
Давайте полностью сделаем вход. Руки. Сверху. Вдох. 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 Выдох. Выдох. Ладошки вокруг ушей. Пробил. Вниз. Нас. Выдох. Вдох. 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 И дышим. Вдох промежность. Да вдох в грудь. Да вдох в язык. Да вдох в глаза. Да вдох из макушки в копчик. Да вдох полыхающая дуга. Сильнее напряглись. И еще сильнее. И еще сильнее. Носки на пол. Выдох за пятки. Дышим. Ноги подсгибаем. Ставим руки. И мысленно формируем намерение, для чего нам все это нужно. Оно может быть любое, и оно обязательно придет в жизнь. Упорка для отжиманий. Раз. То есть сделать все. Пятки. Копчик. И коленки на коврик, локти вплотную к телу, перед ковриком. Коленки. Делаем все высочки. Коленки. Грудь вперед. Плечи в стороны, лоб вверх, дышим. Лбом подпираем небо, плечами растягиваем грудь. Носки тянем в сторону пупка, макушку в копчик. Либо просто постоять, либо гипервентиляция. Вдох, задержка. Подтянули все снизу, держим. Держим, держим, держим коленки, выдох, таз назад, локти вплотную, таз не поднимается, все тело поднимается, коленки, держим, можно. Поднимаемся на носки, головы тянем, рукам. И еще сильнее вес тела, и еще сильнее, и голова сильно в живот. И коленки вниз, и грудь продавливаем, не ломаем всех поясницы, плечи, грудь, лоб, носки, коленки. Вдох, не дыши. Коленки, голова вперед, выдох. Отдыхай. Стоим, чувствуем же, что получилось. Внимание, у кого проблемы с высоким давлением, и кто все еще чувствует себя больным и недееспособным, тогда просьба огромная, не усердствуйте. Есть хоть капелька сомнения, не надо так решать. Коленки вниз. Низкий упор, локти к себе. Участвую в процессе. Коленки от коврика. На коврик. Грудь. Плечи. Вдох, не дыши. Поджимаем снизу себя. Сильно носки на себя. Голова вниз. Встали на носки, весь тело к рукам, голова в живот, живот, весь тело в руки, 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 спину округляем, округляем, округляем коленки, и не из поясницы, а из груди, грудной отдел, плечи, носки на себя приподняли, расправили себя, стали змеем Шешей, обнявшей мироздание. Вдох. Коленки, таз, выдох, локти, дышим, дышим, делаемся сильными. Хилость и духовность — разнонаправленные понятия. Коленки, дышим, вот. Припадаем.
последняя фаза, ключевая. Собрали себя. Собрали себя по кусочкам, готовимся. Перекат сразу через оба носка на подъемы ступни. Колени. Носки на себя. Подбородок вниз, локти к подбородку. И так можно остаться. Либо таз приподнимаем, грудь кладем. И так можно остаться, а таз повыше. Либо руки в стороны, кисти жесткие. Либо ладошки вверх. Почки. Можно так остаться, либо между лопатками. И кто может замок уворачивать. Копчик, плечи, грудь, коленки. Носки вытянули. Расправляем. Дышим. Вдох, не дышим. Выдох. Ноги подсогнулись, но коленки на весу. Ноги на коленки дышим. И толчок ступнями. Тазом прекрасно. Руки подсгибаются в локтях. Повернули, посмотрели. Потянулись головой вниз. Вы остаетесь, а я на вас любуюсь. А кто мне не понравится, как делает, произнесу. Позор не умейте, обидных два слова. Дабы избежать их, делаем красиво, насколько нам позволяет тело. Но сразу как все изменилось-то вокруг. Ноги подсогнули, правая нога по кругу. Раз, вышли. Голень перпендикулярно, пятку проталкиваем назад и правая, левая, вышли, себе, сторону, ладонь, вверх, за голову, бедро наружу, и повели вниз, из-за головы, вдох, не дышим, грудь, грааль, выдох через стороны, тянемся вниз, кто может, коленка от земли. Дышим. Закрываемся. Отшагиваем назад. Отдыхаем в горке. Следующая фаза будет бакасана. Ее нужно будет наметить. Кто утром не ходил, еще раз послушайте, что московские средства информации лихорадит от нового ужаса. Церетели собрался подарить Москве новую скульптуру, свою интерпретацию писающего мальчика. Москвичи в ужасе, какая же струя будет у этого мальчика. Так что в Бакасане не нужно служить моделью для Церетели, для его последующей скульптуры какающей девочки. Подсогнули ноги в коленях, подпрыгнули, коленки растопырили. Руки поджали и хотя бы по одной ноге. Это журавли, а никак не приседший на горшочек. Малыш. Нет, Церетели увидит и осчастливит москвичей. Ну, посмеялись, а теперь выходим в низкий упор. Жмем. Так. Левая по кругу. Шаг. Поправили себя. Поднимаемся. Оп. За голову. Оп. Бедро, руки. И за головы. Коленка. Вдох, прогиб, грудь. Выдох. Дышим. Кто может, коленку приподнимаем. Закрываемся. Отшагиваем.
подпрыжка и изображение именно журавля, а не скульптурной модели. Пробуем. Низкий уход. Раз. Пробуем. Заканчиваем базар. Мы не на рынке. Мы в священном храме в йога-шале. Поднялись. Да. Подсогнули ноги мягко к рукам, ноги нашли. Пальцы. Носки. Вдох и не дышим. Выдох за пятки. Ноги подсогнули. Руки. Раз. В живот. Два. По бедрам. Три. Вверх. Из-за головы вдох пробить. В живот. У всех глаза закрыты, стоим. У кого что-то не получилось, но это стимул для работы над собой. Причем хорош такой стимул. В животе красный клубок, пронизанный золотом. На вдохе ярче, на выдохе плотнее и ощутимее. Мысленно из красного шерстяного клубка связали две варежки. Красные шерстяные варежки с восточным орнаментом, украшенные бисером, вкладываем в область почек. Ладони в шерстяных, пушистых, красных варежках с вышитым золотым орнаментом, украшенные бисером. Всматриваемся, запоминаем этот орнамент. Вкладываем в живот, основание ладошек в глаза, в макушку, в затылок и в горло, в грудь, в почки, в бедра. Лодочка, улыбаемся. Огромный глаз, любопытный и уже начавший нас узнавать. Огромный глаз, словно сквозь воду первозданного океана выглядывает древний-древний спрут, первосущество. Видит нас, а мы видим его и улыбаемся каждой частичке себя. Внутри груди алый цветок с золотистой сердцевинкой, с огромными полощущимися на ветру алыми лепестками. Стоим, дышим. Взгляд в пупок, в глубину живота. Межбровье в промежность. Макникай. Но со временем это все разрабатывается. Вот такие движения. Назад, вперед. Со временем с носков выходит вот так вот. Собирает, разогревает. Это вот здесь стенки отрабатываются. Это очень важная и нужная вещь. Потому что в голове приливает кровь. Мы, покачиваясь вперед на вдохе, покачиваясь назад на выдохе, позволяем крови от головы мысленно стекать вниз, сквозь ладошки и ступни вниз. И вместе с этим мысленным стеканием уходит напряжение из головы. Ну, заодно мы омываем сердце земли.
тонкой составляющей своей крови. Достаточно. Руками оттолкнулись от ног. Тянемся вверх на вдохе. Руки подсгибаем, тянемся вниз на выдохе. Вверху остаемся. Вдох, задержка, не дышим. Выдох через рот. Втянули живот, не дышим. Да, выдох. Мягкий вдох. Выходим на основание пальцев ног. Идет то, что называется мармовидия. То есть вот тантрический комплекс, это работа со своими окнами в мир энергии. Это руки проворачиваются кончиками пальцев к себе, коленки давят в локти с усилием. И мы ощущаем, как это усилие, давление коленок в локтях отдается в висках, в затылке и в крестце. И усилим давление еще немножко, и руки начнут потрескивать. Но мы до этого не доводим. Потянули. Стоим на носочках, поджимаем промежности анальный сфинкт. Большие пальцы сжимаем в кулаки. И кулаки тянем с усилием на себя. Пытаемся пятки поставить. Может не получиться, но по идее со временем они ставятся. И поднимаем огромный груз. На кончики пальцев поджаты в центр ладошки. Кисти на себя. Начинают напрягаться руки. Мы начинаем приподниматься на носочках, и руки доходят к плечевым суставам, мы смотрим вверх, это конец выдоха. Промежность поджата, сверху, снизу вверх фонтанирует ощущение. И идем вниз, аккуратно, кисти, пятки, вдох, посмотрели в сторону промежности. Начинаем приподниматься медленно, подавливая все снизу, кисти. Напрягаются бицепсы, все снизу поджимается, фонтанирует, поднимается над межбровью. Смотрим. Аккуратно начинает идти пятки назад. Это не рваный вдох, это один вдох. Смотрим в сторону промежности. И еще раз. Двигаемся. Кисти, предплечья. Смотрим вверх. И идем. Оп, оп. Далее, руки вниз. Левый носок наружу, уж насколько вывернется. Правый носок наружу, уж насколько вывернется. Все ваше. Руками оттолкнулись, кончики пальцев напрягли. И еще довели. И толкаем таз вперед, вот так, чтобы потянулась область промежности. Плечи вверх-назад. Здесь используется парадоксальное дыхание. Делаем вдох. Округляем спину, головой, носом тянемся в промежности. Делаем выдох, прогибаемся. Грудь вперед, таз вперед, промежность назад. И еще раз. Вдох, оттолкнулись. Выдох, прогнулись. Довыжимаем из своих суставов ощущения. Потянулись. Делаем вдох. Прогибаемся, делаем выдох. И... Упираем локти, ладошки, сильно промежность вперед, смотрим. Руки, ноги, ноги на ширину таза, оттолкнулись. Делаем вдох и задержка. Выдох, задержка после выдоха, подтягиваем живот. Да, выдох, мягкий вдох, мягкий выдох. Ноги подсогнули, ладошки под коленки, головой потянули живот. Ладошки упираются в коленки, поднимаемся. Руки через стол.
собрали в солнечное сплетение. Собрали в горло. Правая ладошка перед собой. Левая ладошка на правую. Смотрим на кончики пальцев. Каждый кончик пальцев соотносим с ниже лежащими. Большие пальцы оттопыриваются. Оттопыриваются мизинцы, а вот три пальца соотносятся друг с другом. Большие пальцы, мизинцы символизируют рыбу. Рыбу или творческую составляющую нашей сексуальности. Вот такое положение. Ее мы ведем к промежности. Ее мы ведем к солнечному сплетению. Ее мы ведем к межбровью. Большими пальцами чувствуем мочки. Мизинцами чувствуем козелки, это отросточки перед ушными раковинками. Из ногтевых пластин трех пальцев, трех внутренних пальцев, это указательные, средние и безымянные, чувствуем затылочную кость. Мягко проводим вниз, руки, плотные, плотные, локти вместе, к межбровью, округляя спину, руки вперед, из-под лобья посмотрели, и руки выше, и коленки вперед, и спина круглее, вверх, из-за головы, становимся на носочки, пытаемся посмотреть вверх, смотрим вперед и ладошки раз к макушке, а дальше к вам спиной повернуть, чтобы не путать. Левый большой палец в кулак, мысленно захватываем молнию в кулак. Правая рука за левое предплечье. Основная ошибка — это непонятный перекос корпуса, нет. Правый локоть смотрит вниз, весь тело на правую ступню, носки параллельны. Начинаем правый бок сжимать, левый бок растягивать. Смотрим из-под левого предплечья вверх. Смещаемся налево, напряжение растет, вдох и не дышим. Сильнее потянулись, сильное напряжение. Выдох, макушка. Раз. И стоим, чувствуем, что произошло. Локти вниз. Присели. Выдох. Из-под лобья смотрим, в грудь дует космический ветер, пробивает до позвоночника. И сильнее коленки вперед. Вверх. Из-за головы. Над головой, на носочки. Сохраняя осознанность и контроль, тут был вопрос, как это сохранить во время полового акта и его сделать длиннее. А вот так вот, стоя на носках, пытаясь посмотреть вверх. И ловя равновесие. Когда вот это отрабатывается, мозг начинает работать так, что при любом восторге и азарте сохраняется сторонний наблюдатель. Глаза пробуем закрыть и остаться на носочках. Проверка осознанности. Пяткой и к макушке. Оп. И правой рукой поймали молнию. Левой взяли за запястье. Левый локоть вниз, весь тело на левую ногу. Правое предплечье над ухом. Смотрим из-под правого предплечья. Краешками глаз видим, что ступни параллельны. Весь тело на левую ногу, на левую. Смещаемся направо. Усиливаем вытягивание. И еще усиливаем. Делаем до выдоха, вдох, не дышим. Выдох макушки. Локти. Вытолкнули. Вверх. Из-за головы. На носочки. Вверх. И стоим. Видим тыльные стороны кистей. А носки повыше и дышим. И коль болтает ай-яй-яй. Смотрим вперед, глаза закрываем и носки повыше.
макушку. Смотрим направо. Чувствуем межбровье. Кончиком носа мы с ним дотягиваемся из плеча до правого подреберья. Взглядом сквозь локоть пронизываем пространство, словно из гиперболоида. Вытягиваем луч внимания. Локоть – это одна из марм, окон в мир энергии. Метров на 30 фонтанируем жгутом энергии с межбровья. Втягиваем его в себя, в середину. Поворачиваем голову налево, видим левый локоть. Кончиком носа сквозь левое плечо, сквозь левый плечевой сустав, в левое подреберье. Взглядом в локоть, межбровьем сквозь локоть метров на 30. Жгут плотно собранных волокон, словно язык у хамелеона выстрелил, ощупали пространство слева, втянули в себя и вдох справа, сквозь локоть выстрелили, выдох посерединке, вдох слева выстрелили, выдох посерединке. И так несколько раз мы делаем. И когда выстреливание делается уже привычным для нашего сознания и для ощущений в теле, словно локоть делается пучком волокон, длинным-длинным, словно мячик на резиночке. Мы начинаем обращать внимание на шевеление сквозь волосы, шевеление в области макушки. Мы словно расшатываем плотно притертую пробочку кувшина. А внутри джин в этом кувшине. Продолжаем выполнять. И краешком сознания еще слушаем мой короткий комментарий. В одной из книг Карлос Кастанеда рассказывает, как ему удалось осознанно выделять дубль. Это, кажется, книжка называется, сейчас помню, «Второе кольцо силы». Он просто ездил на автокаре по своему гаражу таким образом, чтобы бетонный потолок четко приходился к волосам на макушке. И тем самым потом, запоминая это шевеление, он искусственно воссоздавал, и его дублевый энергетический двойник уже более легко и осознанно покидал тело, путешествовал, возвращался, приносил с собой знания. Но то, что изобрел Кастанеда в результате своего мистического опыта, давным-давно знали тантристы. И вот то, что мы делаем, так и называется, это один из вариантов шахти чалани мудры. Называется игра с силой. Запоминаем шевеление, запоминаем. Посерединке оставляем. Запоминаем форму головы, форму черепа, крышку черепа. И берем, поднимаем себя же вверх. Делаем вдох, смотрим вверх, делаем до вдох. Взглядом толкаем руки вверх, до вдох, до вдох, до вдох, до вдох, до вдох. Наш энергетический двойник начинает довольно вверху дрыгать ножками. Мы словно в цирке подняли сами же себя. Макушка упирается в ладошки, ноги дрыгают вверху. Без выдоха подбородок в горло. Наш энергетический двойник, стоя на ладошках, на голове, раскинул руки, ноги, стал звездой. В него входит сила неба. Интенсифицируя процесс, прогибаемся в груди. И мысленно вылазим из своей головы и смотрим себе на живот. Подбородок. В живот. Большие пальцы отставили. Упираемся большими пальцами в область почек. Прогибаемся. И здесь задержка не делается. Здесь делается быстрое дыхание. Ноги сильнее согнуть, до прогнуться и... Вдох. Подбородок в горло, глаза к межбровью. Мягкий выдох. Замок на живот. Под подбородок.
на макушку, из-за затылка, вылази из позвоночника мысленно, вылазим. Вспоминаем, как ладошки проглаживали макушку, когда голова шевелилась из стороны в сторону. Вспоминаем, как мы из межброви стреляли вправо и влево. Искусственно создаем шевеление в макушке и выстрел из межброви сквозь правый локоть и сквозь левый. Вот эти выстрелы – это руки нашего дубля, которые раскинулись в стороны и ловят равновесие. Вспомни, как вы голову ощупывали и мысленно встали на голову себе на ладошки. Вверху дрыгают ножки. Пока просто стоим, держим. На вдохе в ладони и в нашу энергетическую копию наполняем силу неба, бирюзовый свет осознанности. На выдохе из земли наполняем его силой, жизнью, энергией. Сверху осознанность, бирюзовое свечение, прохлада. Снизу жизнь, энергия, мощь, бурление. Вдох, смотрим снизу вверх. Да, вдох. Да, вдох. Подбородок в горло. Да, вдох. Задержка после вдоха, прогиб в грудь. Да, вдох. Мысленно вылазим у себя из плечевого пояса и смотрим в сторону промежности коленей и носков. Выдох под подбородок, втягиваемся в себя. В живот. Ладошки под ягодицей. Плотно захватили себя за ягодицы. Присели пониже, чем первый раз. Локти назад, грудина вверх. Голову не запрокидываем, быстро дышим. Вдох. Подбородок в горло, глаза к межброви. Сильнее напряжение. Пальцы ног вниз. Выдох, живот. Под подбородок. Потянем руки вверх, а мысленно из позвоночника вылазим. Вылазим своей энергетической копией. Вспоминаем, как из локтей выстреливаем вниманием, разбрасываем жгуты наших энергетических рук. Вверху ножки довольно дрыгаются, как у ребеночка, которого мы подняли. И вверх. И еще сильнее вверх, плечи к ушам. И еще сильнее вверх, и еще сильнее вверх. Ну и закрепляем полученный результат на носочки. Вверх. И нужно увидеть ногтевые пластины. Тем самым мы привлекаем еще свет осознанности, делаем его грамотным, нашего дубля. Делаем его осознанным. Небо. Перед собой на носки повыше, глаза закрываем. Открываем, вдох, прогиб, грудь. Вылазим по коленке из плечей. Ощупываем энергетическими ладошками свои ступни. Выдох. Подбородок, прячемся, втягиваемся по пояс. Выдох, прячемся, словно танкист в люк, ладошки в живот. Начинаем чуть присаживаться, уплотняя себя же в себе, уплотняя. И руки сзади собираются в замочек, замок пока что не раскрывается. Начинаем поднимать его вверх, подняли. Повыше. Ладошки под ягодицы, локти назад. И в этом положении садимся, словно на сиденье велосипеда. Коленки еще ниже и еще ниже. Локти назад, гипервентиляция. Вдох. Руки начинаем поднимать. Да, вдох, да, вдох, да, вдох, да, вдох, да, вдох, да, вдох. Кто может, замок выворачивается, кто не может, просто пальцы сцеплены, замок приподнят. Подбородок в горло, глаза к межброви.
На выдохе начинаем проседать. Проседаем, проседаем, проседаем. Садимся, плечи на коленки, грудь на бедра. Смотрим на носочки. Таз ниже, руки выше. Поднимаемся на основание пальцев ног повыше. Стой на носках, а таз ниже, а руки выше. И носках повыше. Тем самым в наше плотное тело встраиваются в его глубины биокомпьютер знания, которые наш двойник приносит в своих астральных путешествиях. Пятки вниз, ноги подсогнуты, замком отвисаем вниз. Замок к копчику, руки оттолкнулись от ног, посмотрели вверх, потянулись вниз на выдохе. Посмотрели вверх на вдохе, потянулись вниз на выдохе. Посмотрели вверх на вдохе, посмотрели вниз на выдохе. Внизу остались, тянемся. Ноги чуть подсогнули, ладошками уперлись в коленки, голову приподняли, просто посмотрите на меня. Коль тяжко и не получается, ноги сильно согнуты, руки сзади заведены между коленей, и в этом согнутом положении хотя бы до подбородка дотянуться, либо до скул. В идеале идет захват либо за виски, либо за макушку, руки вытягивают голову, но со временем получается вот так. Но может несколько лет пройти. То есть сейчас нужно вот руки завести вот сюда, присесть на свои предплечья, и либо до подбородка дотянуться, либо до скул. Смотрим в сторону пяток. Так вот формируются в теле механизмы и вывода энергетического двойника, и обратного собирания, уплотнения. Мы сейчас с вами уплотняем свое энергетическое тело, своего дубля. Называется Хираньябгарбха или золотой зародыш. Аккуратно убираем захват. Чуть присели, еще ниже присели, и левый носочек в сторону, правый носочек в сторону. Присели вниз, левая рука под левый носок, правая рука под правый носок. Пробуем шишечки локтей вывернуть к себе, а внутреннюю сторону локтей вперед. Пытаемся руки вывернуть из-под себя. И смотрим вверх. Может не получиться, но хотя бы попробуйте. На выдохе бедрами сдавливаем плечи к ушам. На вдохе смотрим вверх. Выдох вниз. Вдох вверх. И еще один выдох. И еще один вдох. Серединка. Аккуратно убрали одну руку, другую. Ладошки в коленке начинаем приподниматься. Руки через стороны. Собрали пространство. Проводим сквозь всю себя и всю себя. Бедра. Глаза открываем, смотрим на левую ладошку. Себе. Правая рука защипываем за мизинец. Проводим мизинец вниз. Вот это символизирует пасть макары или водного чудовища. Или змея, на котором плывет ворона. И запомните, что вот этот вот мизинец на левой руке, он будет прижиматься вот к этой области правой руки. Это область плюс. Сейчас мы аккуратно отпустили мизинец на левой руке. Собрали указательный палец на левой руке. И движемся от мясистого основания ладошек
области пульса и обратно. Двигая в этой области, мы ощущаем свои ягодицы, копчик и промежности. И чувствительную складку у мужчины от области мошонки до анального сфинктера. У женщин половые губы влагалища. Подвигаем. Мысленно соотнесли руку и часть своего тела. Здесь модель наших ягодиц – это мясистое основание ладошек. Модель чувствительной складки между ягодицами до промежности, там, где располагается канда, центр околотелесной энергии, это вот зона пульса, где складочки браслета. Подвигаем. Запомнили эту область. И левое, право. Раз. И посмотрите, что происходит. Большой палец вот этим основанием. Это так называемая область, вот эта, область вишудхи нашего творчества. Правая рука заходит четко в мизинец. Это несложно. Левая, пальчики растопырены, мизинец отведен. И правая идет и четко в складку. Мизинец на левой руке ложится в то место, где мы массируем. Ну, может быть, немножко не дотянется. Вот. Большой палец на правой руке будет давить вот сюда. Это зона нашего сердца. Сейчас потихоньку расплели, это самая такая важная мудра, последняя мудра всего действия. На правой руке указательный палец. Положили на левую ладошку. Это от мясистого основания большого пальца и менее мясистого мизинца к центру, сюда, и подвигаем. Подвигали, подвигали, подвигали. Запомнили это ощущение. И ту точку, где мы двигали, щекотали, мы накладываем на пупок. Теперь, пожалуйста, посмотрите, как выполняется Ала Падма, Алый Лотос. Потом сделайте в менее интенсивном режиме, я покажу, как грудь раскрывается. Вот здесь вот возникает Алый Лотос. У многих отдастся в груди. Посмотрите. Потом большой палец прячется в область пупка, пальчики растопыриваются и расслабляются, как корешки. И левое то же самое делает. И вот эта область начинает восприниматься очень объемной и большой. Видно вот здесь эту зону? Вот это Ала Падма и распульсированная анахата. Толчки это раз-два, 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 раз-два. Вдохи и выдохи. Естественно, живот чуть поджимается. И через нос все время и на вдохе, и на выдохе, и куда? Сильно себе не колотите, грудь должна быть прочной. У женщин, чтобы синяки не оставались, мужчины могут так хорошо. Пальцы желательно не сломать, но они упругие. Ну, давайте попробуем. Левой рукой закрыли живот. Давайте сначала вот правый палец выведем вверх. Подвигаем, пошевелим точечку. Пошевелим, пошевелим, пошевелим. Этим пятнышком закроем пупок. Правую руку приготовили. И... раз-два, 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 раз-два. Сразу идет процесс очищения. И вот негативные последствия табакокурения, у кого они есть, снимаются вот эти.
потихоньку закончили. Почувствовали образование здесь, пошевелили пальчиками. И, сохраняя ощущение, правая скользит вниз, левая поверх, готовится. Бутон еще не распустился. Правый большой палец четко в пупок засовывается, вминается ногтевой пластинкой. Локоть выносится в сторону, кончики пальцев провисают. Кто кашлял, сильно себе не колотите, значит, рано еще для таких мощных техник. Потихонечку. Потихоньку закончили, правая, и ощупываем это пространство перед собой. Чувствуем, какое оно пульсирующее, но словно руки расталкивает. Мышцы начинают пульсировать, расталкивать. Ощупываем его лепестки. У него 12 лепестков, словно циферблат. Запомнив его мохнатую сердцевинку, этого цветочка, мы вновь указательный палец выдвинули вверх, помастили его на левой руке, цветочку, уже с ощущением груди, с включенной груди, и вновь потянули за мизинец вниз. Правая рука раз и вошла в область эту. Мизинец остался снизу. Мизинец словно полочка, словно штырек, правая рука висит. Дальше руки к себе и большой палец на правой руке давит в ту точку, которую мы поглаживаем. И самая такая интересная часть, большой палец на левой руке и палец земли безымянный соединяются, а указательный палец и средний остаются до раскрытия. И вот эту вот область мы подносим к груди, к самой сердцевинке цветочка. И начинаем слегка пощелкивать пальцами, большим пальцем и средним. И чувствуем тонкие ощущения, возникающие при этом. Возвращаемся памятью к началу практики, когда мы представляли позвоночник в виде мужского естества, череп в виде женского естества. Мужской позвоночник был лингамом, череп это йони. Погружаемся в глубину черепа и представляем двух стрекозок, легкокрылок стрекозок, мгновение их брачного соития. Очень легкое. Это железы наши внутри головы, вот очень тоненькие, излучение этих желез. И это только вызывает легкую-легкую улыбку и понимание, и сочувствие, и приятие этих стрекозов, которые танцуют в брачном танце, соединив свои тела. Мягко вниз и пошел, собственно, Сурья Намаскар. Все это очень важные стадии подготовки к нему. Руки. Раз. Большой палец на левой руке в кулак. Пошли на выдохе направо. Посмотрелись под левое предплечье. Вдох. Поменяли место. Выдох. Налево посмотрелись под правое предплечье. Вдох. Руки, замок, вылезли мысленно из позвоночника, до вдох прогиб грудь, цветком тянемся вверх, мысленно вылазим из самих же себя, ощупываем свои ступни, щекочем пятки, царапаем ахиллесовые сухожилия. Выдох, нашими руками потянулись к эфиру, взяли за лодыжки. Посмотрели вверх, вдох, складываемся, выдох, внизу остаемся, дышим.
Ноги подсогнули, руки поставили перед собой. Очень мягкий легкокрылый прыжочек. Раз, назад. Пяточки, два. Адхамук Свонасана. Попробуем не сочковать, здесь у нас имеет пирамиду или шатер, в котором Шива и Шакти удаются радостям любви. Одна из апостасей Шакти – это Дурга, это женщина-воительница. И здесь разговор о женской слабости неуместный. Ее боятся и боги, и демоны, когда она выезжает на своем свирепом тигре, размахивая многочисленными предметами силы. Коленки вниз. Локти вплотную к телу. Коленки вот, земли дышим. Дышим. Захватили враги город. Сказали женщине, ну ладно, женщина, уходите. Можете самое дорогое для себя взять. А они спрашивают, а самое драгоценное можно прихватить? Ну фиг с вами, слабые. Берут они своих мужей в доспехах, на закорки. И всех выносят, а так бы их на поле посадили. Все это со смыслом, я говорю. Поднимаем коленки. Плечи в стороны, грудина вперед, дышим. Вдох, не дышим. Голова вниз, таз вверх, выдох. Плечи к ушам, ноги подсогнули, правая нога вперед по кругу, голень перпендикулярно, левая коленка вниз, носок на себя, встали, руки потянулись вверх, сильно вытянулись, сделали руки шпилем, весь тело на правую ногу, левая коленка, левая пятка, ниже. Ниже, корпус вперед, пяткой носок вниз, тянемся вверх, вдох, не дышим. Выдох, руки, основание пальцев, руки, коленка вниз. Обе руки, указательные большие пальцы, вдох, прогиб в грудь. Выдох. Сзади носок упирается в пол, коленка от коврика. Спереди нога полностью выпрямляется, полностью. Носок на себя. И пытаемся головой дотянуться до ноги. Ноги прямые. На Востоке считается, что шпагат для женщин так же естественен, как для ребенка смех. Удивительно, когда глядишь, что оказывается у нас все не так. Так что дышим. Левый носок в пол, правый носок на себя. Пытаемся за счет ослабления выйти в глубину. Правая ступня вниз, левая коленка. И вдох через сторону. Левая вперед, правая назад. У кого плохо получается, возле стенки это все тренируется. Стенки прижимаются. Потянули себя в сторону. Смотрим на левую, чувствуем правую. Ладошки вверх, смотрим на правую. Чувствуем левую. Складываем указательные большие пальцы. Дорастягиваем грудь. Дорастягиваем. 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 Вдох, не дышим. На выдохе посмотрели на левую, убрали замыкание, и левая берет чашу. Кладется локтем на коленку. Правая закрывает сверху. Локти чуть к себе. Коли тяжко, просто останьтесь так и посмотрите на правый локоть. Но по идее руки локтями прижимаются к себе, и правая словно стержень, словно мужское естество, заходит женское. Вот, проталкивает. При плечи на одной линии. Руки прижаты к груди, а кому этого мало, коленку приподнимает. Нога упирается на основание пальца. А кому и этого мало, со временем левая рука накладывается на ягодицу, правая тыльной стороной идет к области левой почки. А кому этого мало, со временем начинается
начинает руку слева снаружи проносить под промежность и брать в замочек. Что-то свое сделали. Аккуратно себя освободили. Левая коленка от пола. Правая нога выпрямилась. Левая пятка легла на пол. Ноги обе прямые. Правая нога носком на себя. Правой рукой беремся за носок и тянемся вниз. Тем самым сексуальная энергия делается доступной. Для кого она и так доступна, начиная просто расцветать бурным цветом. Новые горизонты раскрывая. Это словно поднялся на вершину горы, смотришь, а сверху веревочная лестница с облаком. Аккуратно ступня вниз, левая коленка, правая коленка, пятки. Смотрим в сторону носочек. Коленки, локти вплотную, грудь параллельно. Миф о женской слабости отметаем. Коленки приподнимаем, дышим. Силость и духовность разнонаправленны по ней. Женская сила в красоте, а красота в силе. Коленки, грудь. Не спешите фыркать. Сначала раскройте плечи, выведите грудь вперед. Носки на себя, идем пошагово в раскрытие грудины, не поясницы, грудины. Коленки приподняли, лбом подперли небо. Почувствовали подмышки. Поперемещали вес тела с руки на руку, почувствовали открытость в подмышках. Грудиной толкнули перед собой огромную каменную глыбу, она должна поддаться. Плечами растянули грудь, словно кожу на барабане. Носки в сторону пупка, лбом подперли небо. Макушкой потянулись к пяткам, представили себя мудрым змеем Адишешей, охватившей все мироздание, дарующую его мудрость и осознанность. И вдох, не дышим. Молнии из макушки в пятки, из пяток в макушку. Молнии переплетаются, занимаются любовью. Голова вниз, плечи вниз, пятки. Копчик вверх. Становимся храмом для Шивы и Шакти, уединившихся для радости и любви. И храм не абы-кабы, шалашик, а красивое строение. И эта поза не имеет отношения никакого к русской тантре. То есть это не поза, так называемая, рачком, а адха мукха шванасана. Пятки внизу, выталкиваем плечи вверх, становимся пирамидою. Ноги подсогнули, левая нога. Легко любить все вокруг, обнимаясь после хорошего зикра. А вот попробуйте в этом положении любить всех и вся. Расслабляться, расслабляя все свое туго натянутое. И желать что-нибудь хорошего инструктору. Мысли, даря ему подарки. Может быть, будет помягче тянуть вам вашу промежность. У меня-то все хорошо. Это же главное отношение. Правая коленка, левая нога. И посмотрите, что дальше творит Шакти со временем. Ну, может, у кого-то получится сегодня. Но в идеале идет подпрыг. Вот в первом комплексе, который мы вчера учили, такого не делается. Это только тантрический комплекс. Но в идеале делают вот так вот, конечно же. И женщины в том числе тоже. Но можно сделать вот так вот. Подпрыгнуть, растопырить ножки, приподняться и вес тела перенести вперед. Выполняется вот так вот.
потом вдох, напряжение и выстрел на выдох. Если упадете, бог с ним. Но потом надо остаться и понаходиться. Делать для того, чтобы область манипуры, город драгоценностей, сгустить плотный шар, а потом на выдохе он выстреливает и сразу по позвоночнику, оп, выметает различного рода блоки зажатости и раскрывает центры. Попробуем. Руки. Ну, что вы хотели? Это вам не детские игрушки. Есть игра шашки, можно в шашки играть, а можно играть в Чапаева в шашки. Мы играем просто в шашки, не в Чапаева. Подсогнули мягко к рукам, попробовали выйти в бакасану, хотя бы чтобы давление пошло. И вдох, не дышим. Сильное напряжение, подбородок в горло, сильнее напрягли промежность. Все гудит. Выдох, раз. Приподнялись и дышим. Вдох, не дышим. Сильное напряжение, приподняли себя, приподняли, выдохнули. Вышли, горка. Стоя в горке, подсогнули руки в локтях, потянулись макушкой к копчику. Мысленно соединили макушку и копчик. Допотянулись головой вниз. Коленки на коврик. Ладошки вместе, не подбородком. Грудью тянемся вниз, носки на себя, тазом назад. Ладошка правая вниз, левая в проекцию левой подмышки. Затылок на правое плечо. Очень аккуратно. Смотрим на левый вверх. И вот пошло излечение сухожильной энергии из плечевых суставов. А плечи — это уже с вами на анахата. Анахата, падма, сердечный центр. Можно остаться так, если можете, левую руку вверх, пальцы плотно собраны. Между пальцев словно тяжелые монеты. За спину и отталкиваемся от бедра. Левая от правого. Ладошки вместе. Грудь вниз, подбородок вниз, утянемся вверх. И левая ладошка. И правая в проекцию правой подмышки, затылок на левое плечо. Можно остаться так, либо правая вертикально. Кисть собрана, ладошка в плоскости груди. Это важно. Кто может за спину? Ладошки вместе. Еще раз грудью потянулись вниз, посмотрели вверх. Вышли, уперли. Копчик. Ноги подсогнули мягко к рукам, ноги параллельны на ширине таза. Потянулись за пятки, насколько дотянетесь, все ваше. Приподнимаемся, руки через стороны мизинцами. Ладонями вверх. Над макушкой собрали. И сейчас идет так называемая практика раз психоэмоциональных состояний. Родина этой практики — индийский танец. Очень быстро оставляем в сознании узко окрашенный спектр эмоций, узкую доминанту, все остальное отметаем. Идет ключевая фраза и весь спектр ассоциаций, связанных только с этой фразой. Жемчужно-белый цвет, возвышенность, восторженность, радостность. Межбровье. Рассудительность, осознанность, самопогруженность. Горло — небесно-голубой цвет, убедительность, красноречие, вдохновенность.
грудь ярко-зеленый. Сочувствие. Принятие. Влюбленность. Пупок золотисто-желтый. Настойчивость, целеустремленность, настаивание на своем. Ладошки к области почек. Глубокое, глубинное погружение в мудрость самое себя. Промежность. Огненно-оранжевый. Общительность. Веселость. Сексуальность. К пупку, к бедрам, сквозь бедра, подкопчик и промежность, в сознании живой, насыщенный, рубиново-красный, здоровье, добротность, прочность, жизнелюбие. Глазам полное выключение всего, черный. Черный, стирающий все. Вниз, широко открывая, закатывая, весь спектр сразу вспыхиваем, как радуга. Улыбаемся, тянемся вверх. Словно ребенок увидел птичку и тянется к ней. И небо проглаживает все тело. Мягко вниз. Руки вынесли, сделали шпиль над головой. Правая коленка приподнялась, правая пятка уперлась. Низко присели, таз развернули направо. Тянемся вверх, проверяем бедро-то параллельно. Вдох, не дышим. Ниже присед. Руки вниз, нога на основании пальца. Выдох. Коленка. Руки через стороны. Потянулись. Потянули вниз. Руки вывели вперед. Указательные большие пальцы плотно замкнули. Вверх. Вдох, прогиб, грудь. Выдох. Правая нога на основании пальцев. Пятка на весу. Коленка прямая. Левая выпрямилась. Носок на себя. Левая прямая, правая прямая. Я не оговорился. Обе ноги прямые. Тянемся. Правая пятка высоко, мы на носочке стоим. Во втором варианте она кладется. Это все разные варианты трихона асаны, треугольника. Заполняющий, отстраивающий энергию в тонкий энергетический канал. Без триконасаны практика йогическая ущербна. Все равно, что на песке строить панельный дом. Получается, спи так. И коленка. И руки. Правая вперед, левая назад. Посмотрели на правую, почувствовали левую. Потянули себя. Посмотрели назад, налево, ладошки вверх. Указательные большие пальцы. Вдох, не дышим. На выдох размыкаем пальцы, правый локоть, левая. Левый локоть не торчит в сторону. Руки приближаются к вертикали. Смотрим в сторону левого локтя. Кто может продавливать правую руку слева до упора? Левая рука локтем вертикально. Руки напротив груди. Кто может коленка от коврика? Кто может правая к ягодице, левая за спину?
Но когда-нибудь это будет захват.